С днем рождения панда! Две гигантские панды Чен и Шуан отпраздновали свой третий день рождения в зоопарке города Хэнчжоу. Персонал зоопарка приготовил подарок, большой торт. Поздравить именинников пришли поклонники животных. Они принесли медведям открытки, а также игрушки. Смотрители уверяют, что у каждого животного свой характер. Чен довольно активный, он мало спит, постоянно в движении. А вот Шуан, наоборот, спокойный, любит поесть. Любимое блюдо – бамбуковые листья. Ученые предполагают, что в дикой природе осталось около чуть больше 2000 гигантских панд.